Всем привет. Покажу, какие обновления уже есть в приложении. Приложение выходит в App Store через, я надеюсь, пару-тройку недель. Вот, у нас здесь пока автоматического обновления нет. Если нажать сюда, будут видны новости с моей стены. Все это открывабельно. Картинки работают. Просмотр. Движок достаточно кайфовый. Вверх убрать. Так, это новости. Что нового? Соревнования. У нас тут уже вот можно посмотреть. Есть результаты. Вот Невинномысск. Результаты все здесь. Вот это работает уже. Правила. Не помню. Правила у нас тоже рабочие уже. Можно читать. Так, тон-генератор чуть-чуть доработали, в принципе. Также он работает отлично. Уже им пользуюсь. Пока есть только на моем телефоне. Полезно. Тут будут там некоторые полезные статьи. Постараюсь сделать, чтобы поменьше отвечать. Просто одни и те же вопросы отвечать. Ну, будет здесь как бы база знаний, поинтереснее будет. Так, магазин, пока не знаю, в каком виде будет, может быть, в таком виде останется, в котором есть. Вот. И наши работы, я думаю, здесь будем просто выкладывать инсталлы кайфовых тачек, сделаем что-нибудь вроде Инстаграма про автозвук. Вот, ну, а нас тут контакты, можно открыть карту и поехать.